Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область, с песней про железную дорогу, про путейцев, в общем, про эту отрасль. Железная дорога, грохочет поезда, летят, гремят составы куда-то завсегда. Одни летят на запад, другие на восток, и круглые так сутки без перебоев вот. Работают ребята, путейцы на путях, кувалдой и лопатой, хоть холод, хоть жара. Чтоб поезда ходили и чтоб жила страна, ведь много что зависит всей отрасли дела. И грузы перевозит, и множество людей в вагонах пассажирских из дальних областей. Сверкают электрички, сверкают поезда, туда-сюда, обратно, вагонами бренча. Работают ребята, путейцы на путях, кувалдой и лопатой, хоть холод, хоть жара. Чтоб поезда ходили и чтоб жила страна, ведь много что зависит всей отрасли дела. Короче, на железке своя такая жизнь, вагоны и платформы, депо и мастерских, вокзалы, тротуары и прочие дела, завязаны тесно, как прочная семья. Работают ребята, путейцы на путях, кувалдой и лопатой, хоть холод, хоть жара. Чтоб поезда ходили и чтоб жила страна, ведь много что зависит всей отрасли дела. Железная дорога, грохочет поезда, летят, гремят составы куда-то завсегда. Одни летят на запад, другие на восток, и круглые так сутки без перебоев. Работают ребята, путейцы на путях, кувалдой и лопатой, хоть холод, хоть жара. Чтоб поезда ходили и чтоб жила страна, ведь много что зависит всей отрасли дела. Спасибо.